Учебник для современных политиков и экономистов. В торгово-промышленной палате Ивановской области состоялась торжественная передача региону 10 томов сочинений Евгения Максимовича Примакова. Автор, который не требует представления. Его называют патриархом российской политики. А по словам тех, кто был знаком с Евгением Максимовичем лично, человек очень простой и доброжелательный, настоящий патриот и жизнелюб. Торгово-промышленную палату Евгений Примаков возглавил в 2001 году. После его смерти по просьбе семьи коллеги занялись оформлением десятитомника. В него вошли академические, научно-экономические работы и политическая публицистика Евгения Примакова. В продажу собрания сочинений не поступит. У него очень такой ограниченный тираж, всего 8000 экземпляров. Поэтому вручается он только региону, главе региона, библиотекам, университетам и так далее. Фактически в личном пользовании его нет.